Итак, буквально час тому назад стало известно, что под псевдонимом Руслан Баширов скрывается полковник Главного разведывательного управления России Анатолий Чипига. Об этом сообщает в совместном расследовании Bellingcat и Insider. По данным расследователей, подозреваемому в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании было присуждено звание Героя России. Bellingcat ссылается на несколько источников, знакомых с Башировым и подтвердивших его личность. Расследователи приводят детали его биографии. В частности, утверждается, что он служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, играл ключевую роль во Второй Чеченской войне. В расследовании говорится, что этот псевдоним Руслан Баширов появился в 2010 году, когда этот полковник ГРУ получил паспорт на это имя и переехал в Москву. Звание героя ему было присуждено в 2014 году. Можно представить, за какие заслуги, если учесть, что именно в 2014 году он был замечен недалеко от российско-украинской границы. Имя Анатолия Чипиги и присуждение ему этой награды упомянуты на сайте Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Молодого так называемого Баширова журналисты распознали на фотографии выпускников учебного заведения. После всем известного смешного интервью на РТ для Маргариты Симонян они исчезли, и местонахождение этих двух людей больше неизвестно. Напомню, что Владимир Путин во время публичного выступления заявил, что так называемые Петров и Баширов – гражданские лица. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ну, ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Но посмотрим в ближайшее время. Они гражданские? Что? Они гражданские? Не слышу. Гражданские? Гражданские, конечно. А на самом деле в декабре 2014 года именно Владимир Путин лично вручал звезду героя полковнику Анатолию Чипиге. За так называемые заслуги перед государством и народом, связанными с совершением геройского подвига. Ну что ж, очередная ложь Владимира Путина в очередной раз пойман за руку. Что они теперь будут говорить, интересно. И главное, последует ли арест или, по крайней мере, допрос людей, совершивших террористический акт на территории Великобритании. Вам не стыдно перед нами? Нет, не стыдно.